Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится планшет Nokia T21. И сейчас мы разберемся, какие на данном девайсе есть классные фишки. Итак, для начала мы перейдем в настройки. Спустимся в самый низ. Откроем настройки системы и переходим в раздел жесты. Здесь у нас есть быстрое включение камеры с помощью двойного нажатия кнопки питания. Можно включить-выключить. Навигация в системе. Это обычно не входит в жесты, но и можно поменять. Режим управления одной рукой. Можете это включить себе или нет. Также его можно будет здесь настроить. Перевините для отклонения вызова, возьмите для снижения громкости, дважды нажать, чтобы проверить уведомление. Вот этот вот так вот выглядит. То есть дважды нажимаете по выключенному экрану и можете увидеть уведомление. Также можно посмотреть уведомление, просто взяв планшет в вертикальном положении. А потом можно настроить долгое нажатие после кнопки питания. То есть либо открывается меню выключения, либо запускаем ассистента таким макаром. Отключение звука вызова. Все это можно настроить в настройках жестов. Также есть такая штука, как Google Lens. Вот он, поисковик Google. И нажимаем на камеру. Активируется наш Google Lens. И здесь... Поменяю немножко расположение планшета, чтобы было лучше видно. Так. Вот так вот. Хорошо. И вы здесь можете предоставить доступ к своей галерее. И сможете найти что угодно с вашей галереи. Ой. Возвращаемся обратно. Хорошо. И сразу же нам поиск показывает, что это Алиса в стране чудес. И все остальное. Все, что думает Google, все вам расскажет. Можно текст с этой картинки взять. Можно его скопировать. Можно его перевести на русский или на любой нужный вам язык. Можно сразу же воспользоваться переводом. Также это можно наводить в реальном времени на какие-то тексты. В этих текстах эти две функции — это очень полезная штука на андроиде. Вы берете, просто фоткаете какой-то текст, потом вы можете с ним работать, копировать его, как-то видоизменять, переводить, что угодно. Даже прослушать его здесь можно. Также можно делать домашнее задание в этом всем. Вам просто нужно навести. Уже, конечно, котик нам не прокатит. Также можно здесь использовать камеру, включить камеру, нажимаем при использовании приложения. И домашнее задание. Вы можете навести данную область на ваш пример какой-то, который вы не можете решить. Google все сделает для вас, чтобы помочь вам в этом. Также есть раздел покупки. Вы можете, например, что-то сфотографировать. И потом Google вам расскажет все, что он думает про это. Ценовая политика, места, где можно купить. Все вам покажет Google. Кафе и рестораны – это функция, которая в этом приложении поможет вам понять, что такое надпись в меню или как она выглядит, как блюдо выглядит. Или что же это за блюдо стоит перед вами. Все это вам поможет кафе и рестораны. Так, сделать. Потом, также можно на этом планшете выключить доступ к микрофону и камере, если вы переживаете, что за вами кто-то следит. Просто перейдите в панель управления, дважды смахните шторку сверху вниз и найдите здесь кнопки «Доступ к камере». Сейчас она доступна, можно заблокировать. И также есть доступ к микрофону, вот он, заблокировать. Сейчас, например, доступ к камере ограничен.
и нас просят разблокировать камеру устройства для того, чтобы уже иметь возможность воспользоваться камерой. Также в настройках есть настройка «Работа с пером». Для того, чтобы ее использовать, вам нужно докупить дополнительное перо. Оно не идет в комплекте с самим планшетом. Но очень классная штука, на самом деле, это перо. Потому что это сразу возможность сделать быстрые разные заметки, писать прямо в планшете, рисовать что-то. В общем, очень полезно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!